Здравствуйте, уважаемые подписчики. Как обычно, провозился черт знает сколько, спал 3 часа, но такие к 11 часам я доехал в город Озёры. Теперь мне предстоит путь на 150 километров до Рязановки. Проезжать буду Зарайск. Накрапывает дождь. Честно говоря, поездка довольно авантюрная в одну харю. Но от этого она и интересна. Ну что, погнали? Доехал я наконец до Зарайска. Заняло это у меня вместо планировавшегося часа 3 часа. Покатался по полям, по лесам, по болотам. Ну, вроде на самом деле болот не было. Но по полям покатался вдоволь. Вот здесь такой Кремль. Возраст Зарайска чуть-чуть больше, чем Москвы. С момента основания вплоть до конца 17 века Зарайск был важным оборонным пунктом, защищавшим от нападений кочевников и крымских татар сначала Рязанское, а затем Московское княжество. С конца 17 века город развивался как крупный торговый и ремесленный центр. В 19 веке была построена дорога, соединившая Рязань с Москвой через Коломну, минуя Зарайск, что уменьшило значимость этого города, но при этом способствовало сохранению аутентичного облика провинциального города. До наших дней сохранилось много старых домов и церквей в центральной части города, а также самый маленький в России Кремль. Полюбовавшись видами уездного города, я продолжил свой путь по полям в направлении Оки и переправы в Белоомуте.
уважаемые подписчики, правдами и неправдами я таки добрался до берега Оки, до есенинских мест. Здесь на окраине деревни Первицкий Торжок. Такие холмы. Где-то здесь должен быть памятный еще крест, не крест. Что-то типа того. Вон там даже есть подъемник. А вон там вдалеке течет река Ока. С горы я увидел, что прибывает паром, поэтому пришлось срочно поспешить на переправу. Объехав очередь из машин, очень удачно успел заехать за 30 секунд до отправления. После парома мой путь лежал по грунтовке от поселка Белоомут в сторону Рязановского, который проходит по остаткам Мещерского леса, выгоревшего во время лесных пожаров 2010 года. Подскажите, где-то тут есть маленькое озеро такое. Там какая-то такая дорожка, да, деревянная к нему. Мостик, да, вот здесь, да? Едва отъехав от лесного озера, я наткнулся на лося, мирно спавшего в кустах справа от дороги. Охренеть.
Переночевав и набравшись сил после 150-километрового марш-броска, настало время двигаться обратно в сторону озер через Коломну.